Всем добрый день, друзья. Всем Божьего благословения, с праздником, с Благовещением. Храни всех Бог. Здорово. Здорово. Ну чё, за телеком пойдем, пришел. Пошли. Иван Бортник с Чукотки. Огромное. Подарок тебе, Олег. Огромное спасибо, пожалуйста. Пожалуйста, да, тоже пойдет. Хоть сегодня, блин, этот телевизор будет. Будешь смотреть у себя в комнате, конечно. Разберешься, как повесить? Конечно. Батя поможет. Как ты, Олег, и мечтал. Да. Телевизор на стену. Вот тот, сколько, что, больше месяца? Какой больше? Почти 2 месяца. Без телека. Уже? Сколько времени прошло уже? Да. Ну ничего. Сейчас все наладится. Ты на работе был? Да. Бочки? И бочки, и машину помыл. У Анатольевича. Ну а что? Заработал. Колеса мои уже напялил? Да. Пойдет. А что, она нога дышит. Да дышит, а куда же она денется? В этом жарко уже, в таких. Владимир Иванович, ну что, пойдем олеговский телевизор заберем. Пойдем. На Wildberries. Кофе попьем? Да попьем. В центральный зайдем. А у тебя деньги есть? Да найдем на кофе. 100 рублей дашь? Да пару соток дам, хочешь 3. Решим, Владимир Иванович. Вам, друзья, огромное спасибо, кто чего помогает, даже в миллион тысяч раз. Что вы есть такие люди хорошие, нет. Да надо думать. А сегодня же выходной, воскресенье. А мы же вот здесь, за универмагом. Да. Ну, мы же там тебе тоже получали уже неоднократно, Владимир Иванович. А сегодня тем более еще праздник большой. Большой праздник. Всем здоровья, Олег. Ну, да. Также я принимаю и вам огромное крепкого здоровья, счастья и благополучия. Дай Бог. Сейчас заберем, посмотрим сразу.